Здравствуйте, мои хорошие, канал Life Tarot Надежда. Как видите, на моем столе предновогоднее настроение и новая колода, которая называется Тарот Древней Светы. Очень давно хотела эту колоду, но она в свое время не продавалась, закончился тираж, и долгое время ее не печатали. Все пыталась ее найти, купить, можно было только срок, но не очень я люблю колоды БУ, поэтому надеялась на то, что ее снова начнут выпускать. И да, колоду выпустили, и... Собственно, я ее быстренько-быстренько заказала. Надеюсь, что вам тоже понравится, как колода отвечает на вопросы. Я с ней немного поработала, да. Колода отличная, колода шикарная. Отвечает точно на вопросы. А тема нашего расклада, как вы видели, будет называться «Приведут ли наши отношения к семье?». Посмотрим на трех позициях. По поводу сроков я буду говорить в каждой отдельно позиции. Дело в том, что не все смотрят предисловие. Кто-то считает, что пару минут будет слишком много потрачено на то, чтобы послушать. Поэтому приходится говорить в видео, чтобы потом не было много вопросов. Итак, три позиции. Первая, вторая, третья. Выбирайте свою, которая нравится, которая тянет. Кому не хватает времени, ставьте на паузу. Кто на канале в первый раз, как я уже сказала, здесь ваша задача выбрать карту, под которой, как вам кажется, будет ответ на ваш вопрос. В любом случае, я всегда делаю сигнификацию, во всяком случае, уже последний, не знаю, наверное, год. Делаю сигнификации на позиции, чтобы можно было еще точнее понять, ваш расклад или нет. Если резонирует, вы смотрите. Если нет, значит нет. Закрываете видео и все. Либо смотрите другие позиции. Начиная с первой позиции, мы начнем смотреть. Итак, сигнификация ваших отношений на сегодняшний день. Ну, здесь, смотрите, такое ощущение, что женщина ради этих отношений готова здесь на все. Она четко понимает, что она мужчину любит, она четко понимает, что она с этим мужчиной хочет быть. И здесь в ней проснулся инстинкт того, что должен быть моим любой ценой. По-другому здесь туз кубков, туз жезлов, карта дьявола, здесь она называется теневая сторона, вот во главе с королевой мечей я здесь прочитать не могу. То есть ты моя цель. Волей-неволей здесь женщина понимает, что без этого мужчины, если она с ним не будет, ей будет, мягко говоря, не очень. Поэтому, да, здесь, видите, ситуация, что любой ценой ты будешь моим. Вплоть до того, что здесь до применения каких-то тайных техник, технологий, манипуляций и все, что с этим связано. Любовная магия, НЛП, психология, манипуляция чувством вины и так далее. Нету здесь моей задачи сказать, ай-яй-яй, девочки, так нехорошо, потому что моя задача прочитать ровно то, что я вижу. Здесь карты и показывают. Мой любой ценой. Хочу, не могу. И ты будешь моим, во что бы то ни стало. Вот такая здесь ситуация. Давайте еще посмотрим. Ну да, здесь, видите, здесь женщина четко понимает, что ей этот мужчина нужен, необходим. Ощущение того, что партнер кармический, и судя по дьяволу, судя по карте судьба, в классической колоде она называется карта страшного суда, то есть две очень серьезных кармических карты, которые говорят о том, что у женщины, здесь, кстати, могут быть отношения, когда уже, в принципе, вы с мужчиной были, например, в браке, а сейчас... волею судеб вы с этим мужчиной разошлись и снова понимаете, что все, я без этого мужчины не могу, я хочу, чтобы он вернулся домой и так далее. Конечно, в общем раскладе здесь сложно однозначно сказать, в какой ситуации здесь вы находитесь, но однозначно ощущение, что ты мой по судьбе, и без тебя я не хочу ни видеть, ни знать никаких других мужчин. Я думаю, к данной... сигнификация здесь не стоит дальше ничего добавлять, потому что если это ваша позиция, вы ее четко поймете, вы ее четко услышали уже, вы понимаете, ваша или не ваша. Да, по дьяволу здесь отношения сложные, отношения непредсказуемые, движутся по амплитуде от любви до ненависти.
И туз жезлов, туз чаш, что же говорит о том, что здесь все эмоции на пределе, что если любить, то до безумия, что если мы ссоримся, то ссоримся так, как в последний раз, ровно так же, как и миримся. Ну, такой здесь прям накал-накал страстей. Давайте вторую позицию, которую я себе здесь пометила. Готов ли мужчина к семье с вами? Здесь мужчина-то готов, да, вас как женщину для себя, как вашу будущую супругу, будущую супругу, как свою будущую хозяйку, здесь мужчина рассматривает, да. Но здесь сейчас есть либо любовный треугольник, либо здесь другая ситуация, которая там, допустим, ну, невозможность, да, мужчина, например, здесь может находиться в местах не столь отдаленных, здесь тоже это может проигрываться. Здесь, может быть, мужчина сейчас волею обстоятельств находится в ситуации, когда вот прямо сейчас, да, вот сию минуту здесь мужчина не может предложить вам здесь и сейчас руку и сердце и сделать вам предложение. Хотя для себя, да, здесь мужчина видит вас своей будущей женой. Но еще не могу не заметить такой момент, что, опять же, для кого-то здесь проиграется ситуация, что мужчина уже состоял когда-то в семейных отношениях. И вот в данный момент эмоциональное состояние такое, вот по следам прошлых отношений, где, ну, не все хорошо закончилось, мужчина пока не хочет снова кидаться в омут с головой, понимая, что можно набить все те же самые шишки, совершить все те же самые ошибки в отношениях. Поэтому на вопрос, готов ли мужчина к семье с вами, да, но есть негативные моменты, которые его пока вот в этом решении, в этом шаге сдерживают. А вот теперь тогда и посмотрим, и записывала я позицию, и здесь, так или иначе, здесь нужно было бы посмотреть такой вопрос, что его сдерживает сейчас от того шага, чтобы создать с вами семью. На сегодняшний момент, что его сдерживает? Ну, здесь мужчина действительно у большинства отыграется, что в данный момент здесь мужчина находится совсем в другой семье, где несет тяжелые обязательства, где груз ответственности пока ему не позволяет взять и все бросить. Также здесь может быть, что здесь еще маленькие дети, когда элементарно по каким-то моральным принципам, ну, не может мужчина прямо сейчас малышей этих бросить и создавать семью с новой женщиной. Тогда здесь еще посмотрю дополнительно для тех, у кого не семья. Потому что по данной позиции, по данному триплету, здесь точно, что есть семейные обязательства и в подавляющем большинстве случаев маленькие дети, которые, видимо, еще нуждаются в папе. Для тех, кто не, у кого мужчина не семейный, да, что его сдерживает? Ну, мужчина, смотрите, здесь мужчина, в принципе, хочет пока понаслаждаться отношениями. Теми, которые дают легкость, те, которые дают эмоции. Мужчина прекрасно знает, что когда женщина становится женой, то постепенно все меняется. Быт, какие бы чувства, какая бы страсть ни была, быт все съедает, притупляет, стирает. И со временем люди пусть и не перестают любить друг друга, но нету уже той искры, нету той новизны. Поэтому для тех, кто встречается с мужчиной свободным, здесь хочу сказать, что мужчина здесь хочет продлить кайф от свободных отношений с вами. Что вроде бы отношения серьезные, что женщина есть, но я хочу, не хочу торопиться в брак. Да, вот не хочу вот сразу вот... с места в карьер, когда все начнется. Обязательства, рутина, быт, вот и мы семья. Хочет пролонгировать свое удовольствие здесь мужчина. Что можете сделать вы? Точнее, даже можете ли вы что-то сделать, чтобы ускорить его решение? Нет, девочки. Здесь, если вы будете торопить, если вы будете настаивать, если вы будете включать вот ту самую королеву мечей, которую мы уже видели, здесь от непонимания
видимо, вот в совместных взглядах, да, вы не понимаете мужчину, мужчина не понимает вас, здесь вы можете просто разойтись, как в море корабли. Пока в этой ситуации ускорить, поторопить, сфорсировать события, здесь вы пока не можете. Здесь самое лучшее, вот просто давать мужчине то ощущение мира, то ощущение прекрасное, которое у него есть с вами, для того, чтобы он понимал, что эта женщина не заставляет меня, эта женщина не торопится, она не поставила на мне метку, что ты должен быть моим мужем. Хотя здесь, по факту, здесь, да, здесь есть, что женщина понимает, что именно этот мужчина ей нужен, и больше она никого не хочет рядом с собой видеть. Но здесь нужно соблюдать дистанцию, здесь перегнуть, передавить, очень даже можно. Мужчина может напугаться от настойчивости женщины. Так что, мои дорогие королевы мечей, здесь пожелание от мужчины, даже не от меня, превратиться в королеву кубков. Мягкую, нежную, довольную женщину. Женщина, которая настроена прежде всего на эмоции, на получение удовольствия. На то, чтобы чувства приносили прежде всего радость, и чтобы чувства не перерастали в обязанность, что раз ты меня любишь, раз ты со мной встречаешься, значит, ты на мне должен жениться. Здесь вот такое терпение, спокойствие и мудрость. Она вам поможет. Какие-то резкие здесь решения, резкие заявления, что там либо ты на мне женишься, либо до свидания. Здесь однозначно будет вопрос, значит, до свидания. Давить на мужчину здесь нельзя. Опять же, сейчас мужчина не совсем в том состоянии, чтобы на него можно было давить. Особенно, если он семейный. Если мужчина не семейный, то, опять же, давить хочет понаслаждаться вашими с ним отношениями, вашими с ним отношениями вот в свободном порядке, да, вот в таком вот, вот камерном, когда вы есть друг у друга, и при этом вот никто не заставляет никого. А здесь, если его торопить, ну, все, удовольствие закончится, конечно. Ну и теперь тот самый вопрос, будет ли у вас семья. Но смотрите, срок здесь вы загадываете самостоятельно. Единственное, что я... Даже в личных раскладах такие вопросы не смотрю больше, чем на год. И другим не советую. Все-таки жизнь меняется, ситуации меняются. Есть какие-то форс-мажорные моменты, которые мы здесь сейчас предусмотреть не можем. Поэтому такой вот срок, который вы считаете для себя объективным. Но я думаю, здесь год, думаю, будет вот такой вот максимальный срок, на который здесь можно будет посмотреть. Может, кто-то загадает меньше, может, кто-то чуть больше, да, но средний срок здесь год. Так, будет ли семья с этим мужчиной в тот срок, который вы загадали? Правосудие. Смотрите, помните, я вам говорила, королева кубков, да, надо превратиться, но все-таки видите, да, что такое чтение в потоке, когда информация идет даже несколько вперед, нежели вытаскиваешь карты. Вот смотрите, здесь ситуация. Мужчина в любом случае имеет здесь выбор. Например, вы или другая женщина. Другой выбор – жениться на вас, либо оставаться холостым. Поэтому здесь... При вашем терпении, при вашей трансформации в королеву кубков, здесь семья с этим мужчиной будет создана. По влюбленным здесь могу сказать, что срок здесь может быть несколько другой, чем вы загадали. В большую, либо в меньшую сторону. Но срок немножечко здесь меняется. Но семья при условии королевы кубков, что вы будете, как я уже говорила, здесь будет. Поэтому смотрите здесь, делайте вывод. Конечно, меняться сложно. И для некоторых меняться невозможно. Но здесь, если вы как изначально ставите для себя цель, что это мой мужчина, и я хочу быть только с ним, то здесь только мягкость, последовательность, кивание головой на любой там мужской каприз поможет вам добиться этой цели, если это действительно вот цель, которую вы готовы покорить. Конечно, здесь, если вы... Настоящая королева мечей,
неважно какого вы знака зодиака, то здесь на сделку со своим характером, на сделку со своей гордостью нужно пойти нешуточную. Но если вопрос стоит так, мне нужен мужчина, то, возможно, здесь действительно игра стоит свеч. Но здесь понимаете, да, что брак, опять же, да, идем в обратную сторону, вы превращаетесь в королеву кубков, добились своей цели и начинаете ему показывать характер, да, какая вы на самом деле. Вот этого допускать не стоит, потому что как брак состоялся, так он может и разрушиться по причине того, что мужчина поймет, что вы все это время играли определенную роль для того, чтобы заполучить его в мужья. Поэтому я думаю, здесь вы меня услышали. И выводы здесь вы сделаете. Если вам понравился расклад, то поддержите меня пальчиком вверх. Жду вашей обратной связи. И не забывайте, что общие расклады, ссылку на это видео, где вы можете написать запрос, вы найдете в описании к данному видео. Вот этот запрос я взяла именно оттуда. Спасибо за первую позицию. Так, смотрим позицию номер 2. Сигнификация ваших отношений на данный момент. Так. А что-то здесь я даже и отношений не вижу. Здесь либо уже обменялись любезностями и молчите, либо здесь уже друг другу сказали, что между нами точка, и давай до свидания. Но либо пауза, либо разрыв здесь прослеживается четко. Да, здесь я не вижу, чтобы были отношения. Может быть, здесь просто из любопытства вы смотрите, будет ли семья. А будет ли, да, вот при таких обстоятельствах? Ну, девочки, здесь, если вы не ошиблись со своей позицией, то здесь отношений нет. Они разрушены. Пауза, многоточие, либо расставание здесь значения не имеет, но здесь все, здесь вакуум. Что предшествовало, тогда смотрим. Предшествовало. Должен был состояться какой-то выбор. Да, этот выбор должен был сделать мужчина. А мужчина предпочел все-таки выбор не делать, а остаться с тем, с чем он был. И ничего здесь не решать. Кто-то здесь вернулся в семью. Кто-то здесь остался в семье, кто-то здесь остался при своей там маме, папе, при друзьях, при своей холостяцкой жизни. Но мужчина здесь выбор не сделал, да. Причем здесь вот молчанию либо расставанию здесь предшествовал момент ожидания. Здесь могло случится так, что здесь вы ждете, 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 то есть дали мужчине время на обдумывание, на то, чтобы он дал вам ответ. А по факту здесь мужчина как замолчал, так и молчит. То есть вы еще до сих пор ждете какого-то решения. Для кого-то и так отыграется. Для кого-то здесь, да. Женщина могла бы написать: все, я тебя уже не жду, и мне уже ничего не надо. Либо с мужчиной добровольно здесь вместе решили, что между нами уже ничего не будет. Но я не знаю здесь. Я, конечно, посмотрю все позиции, которые я написала. Вот, но по факту отношений здесь нет. Ну, давайте в любом случае смотреть. Готов ли мужчина к семье с вами? Нет, здесь мужчина не готов. Первое, что здесь идет, что от меня слишком много хотят. Это первое. Какие там уже требования мужчина посчитал, что вы слишком много от него хотите, здесь только вам известно. Во-вторых, здесь мужчина может лишиться многого, выбрав вас.
То есть, например, необходимо, допустим, к вам переехать, а там, где он сейчас живет, очень престижная его работа. Потерять здесь доход мужчина не может. Также, если здесь мужчина, например, не свободный, делить имущество со своей супругой, которая, может быть, в принципе, оставит его с голой попой, терять ему тоже не хочется. Также здесь вполне может быть, что если мужчина от родителей зависит, что родители, например, скажут, что если ты сейчас женишься, то на нас не рассчитывай. Если ты уже такой взрослый, что ты решил принимать такие серьезные решения, значит, и распоряжайся своей собственной жизнью сам. На нашу помощь, на наше содействие в твоей жизни больше не рассчитывай. Вот такая здесь ситуация. Здесь или-или-или. Поэтому здесь не готов. Коротко говоря, по данным картам, здесь ему это слишком дорого обойдется на данный момент. Что его сдерживает? Здесь уже в принципе так или иначе обрисована ситуация, но тем не менее, что его сдерживает? Деньги здесь, деньги, имущество, положение, которое мужчина здесь, понимаете, здесь получается, что мужчина останется ни с чем, потеряет в деньгах, потеряет в имуществе. Судьба его перевернется здесь на все 360 градусов. И жизнь ему придется начинать с нуля, с полного. Может быть, вы ему и говорили, что не переживай, что тебе придется начинать жизнь с нуля, там, с чистого листа, я с тобой рядом, я тебе помогу. Но мужчина к этому повороту здесь не готов. Здесь прослеживается какое-то накопительство, от которого мужчина отказаться не готов. Здесь даже жадность от того, что мое, 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 и я не могу потерять. Здесь также зависимость от чьих-то финансовых ресурсов. Поэтому, если он, выбирая вас, получается, находится под угрозой того, что все, там ему больше этого финансового какого-то потока не светит. Кардинально здесь менять свою жизнь, да, вот что сдерживает, не хочет кардинально менять свою жизнь, потому что четко понимает, что здесь надо многое потом делать ему с самого начала. Паш кубков. А особых-то ресурсов для первых шагов здесь даже нет. Был бы паш, ну не знаю, ну паш пентакли, да, вот был бы. Здесь можно было бы сказать, что есть у него небольшие ресурсы, там капитал, например, который он может вложить, знания, там мозги в голове, которые он может применить. Но нет. Здесь паш кубков, который говорит о том, что здесь у мужчины даже каких-то финансовых и интеллектуальных ресурсов здесь особо не будет, если он кардинально поменяет свою жизнь. Что сможете сделать вы, чтобы ускорить его решение? Хотя здесь, ну, все равно, что раз мы смотрим, то смотрим. Можете ли вы что-то сделать, чтобы повлиять, ускорить, сфорсировать данную ситуацию? Можете ли вы здесь что-то сделать? Четверка мечей. Нет, любое ваше действие вызовет в мужчине противодействие. Вы ему аргумент, факт, он вам контраргумент. Вы ему будете говорить, да посмотри, не все так плохо, как тебе кажется, все будет хорошо. Он говорит, нет, я знаю точно, я уже все обдумал, и я знаю, что ничего хорошего не получится. Причем вам он здесь может, знаете, вот вплоть до того, что вот целую, я не знаю, лекцию написать, почему здесь он не сможет. Эмоционально так. Но здесь вы повлиять на данного мужчину не можете вообще никак. Я сказал, что я не могу, и все. Может, вслух, может быть, не вслух. Здесь мужчина говорит, ну, здесь нет. Здесь у мужчины есть люди, против мнения которого здесь он точно не пойдет. Вот это здесь есть однозначно. Слишком тяжело ему брать
ответственность за свои собственные решения. Дорогой ценой обойдутся раз. Во-вторых, не все будут поддерживать его решение. Будет так, что общественное мнение, осуждение, вдогонку слова «да ты такой-сякой, там, козел там» и прочее, прочее, прочее. Здесь все это прослеживается, что есть люди, которым его, например, действия в вашу сторону, в сторону уже создания семьи, кому-то очень сильно не понравится. И поэтому делать шаг поперек мнения данных людей здесь мужчина не может. Родители ли его здесь? Жена ли его? Друзья ли его? Здесь не столь важно, да? Но здесь мужчина в своем решении останется один на один. Один на один со своими страхами, что я это сейчас сделаю, я много чего лишусь. И вот против меня здесь еще и будет общественное мнение. Вот такая здесь ситуация разворачивается. Но тем не менее, да, все равно мы задаем вопрос. Будет ли семья в тот срок, в который вы загадали? Здесь в среднем год. Я в личных раскладах тоже смотрю такой вопрос на ближайший год. Все мы люди, мнения, решения меняются, ситуации могут меняться. Поэтому год – оптимальный срок. Может быть, в этой ситуации возможно немного дольше загадать, потому что здесь тяжелое положение пока. И человек здесь я не я, и не мною принимаются решения. Итак, будет ли семья с вами в тот срок, в который вы загадали? Я хочу сказать, что здесь позже вы получите какое-то известие, по которому вы сама не захотите с этим человеком в дальнейшем что-то общее даже иметь. Манипуляция, обман. Что-то такое, что тщательно скрывалось, но вы об этом будете знать. И потом уже такого откровенного желания с этим человеком что-то вместе создавать. Здесь вы скажете, а зачем мне это надо? Я хотела, я старалась, а тут, получается, меня еще за нос водили. Да, здесь вскроется какая-то тайна о мужчине. Некрасивая тайна. Рыцарь мечей. Нет, здесь... Так как там карта сила, а для меня карта сила, это преимущественно женская карта, которая говорит о том, что здесь женщина. Сама себе или мужчине, если объявится. Такой вопрос мы не задаем здесь, объявится, не объявится, потому что это вот тема для отдельного расклада. Чтобы не нагромождать здесь, матрешку не делать. Но здесь сама женщина изъявит желание, что все, пошел вон из моей жизни. Не видеть, не слышать, не знать не хочу. Откажется сама. Поэтому такая здесь позиция. Но я говорю, она изначально здесь началась с того, что я не вижу даже на данный момент здесь отношений, которые могли бы так или иначе вести к браку. Более того, да, вот какая-то еще изнанка здесь поднимется, и вы за голову схватите, может быть, даже скажете, боже, да слава богу, что я не сделала такой шаг, да, что не стала там бороться за него, там, или не стала соглашаться выходить за него замуж, иначе там было бы вообще что-то не очень. Ну, вот такой второй расклад. Если нравятся вам форматы таких раскладов, когда мы поднимаем какие-то вот такие вот подсознательные темы, мотивы, то, конечно, поддержите меня пальчиком вверх, будем продолжать дальше. Жду вашей обратной связи. И не забывайте, что ваши запросы на общие расклады я принимаю под специальным видео. Кстати, темы здоровья, беременности не смотрю. Поэтому будет ли беременность, рожу ли я от него ребенка, там выздоровеет, там не выздоровеет там тот или иной человек, не смотрю никогда. Это все-таки тема медицины и советую по этим вопросам все-таки к людям специально обученным. Это была у нас вторая позиция. Так, а мы смотрим позицию номер 3.
сигнификация ваших отношений. На данный момент, конечно же. Хотела сказать, так резвенько начиналось, но у вас здесь качели. Началось, закончилось. И качели здесь довольно долгие. Три старших аркана. Непонятная закрученная ситуация. Кто-то здесь давит. Пытается давить. Там мужчина, может быть, давит на вас, заставляет принять какое-то решение. А вы здесь бездействуете. Либо наоборот, вы уже на мужчину начали давить. Давай уже, давай, давай. А мужчина бездействует. Отсюда и ссоры, отсюда конфликты. Да, такое ощущение, что вы здесь периодически меняетесь ролями. То вы психанули, сказали, все, не трогай меня, я молчу, и все, я не хочу с тобой общаться. В какой-то момент, в какой-то другой ситуации, здесь мужчина говорит, так, все, не хочу видеть, слышать тебя, все, давай, до свидания. Но в качели вы здесь такие, в нешуточные здесь попали с мужчиной. Причем мужчина здесь такой обидчивый, здесь я его не тронь, не задень, здесь лишнего слова не скажи, сразу он такой, как ёршик. Иголки свои выпускает и все. Показывает, что как-то меня обидела, как-то меня задела. Такой вот психичка-истеричка небольшая здесь мужчина. Может быть, большая. Мужчинам, конечно, женщины не прощают некую истеричность, психичность. Но, тем не менее, такой здесь мужчина. Ничего с ним не поделаешь. Качели здесь, да, однозначно здесь качели. Здесь могут быть любовные треугольники и любовные четырехугольники в том числе. Для кого здесь, конечно, как отыграется, кто мне пишет, но почему у вас везде, практически везде в раскладах, там, семейные пары, женатые, ну, если карты так показывают. Ну, не могу я трактовать карту, которая, например, там, десятка кубков, десятка пентаклей, как одинокий там мужчина, который там холостяк пожизненный. Ну, нету этого. Да, это может быть семейственная преемственность какая-то, да, там семейные ценности, когда мужчина постоянно там у родителей, у брата, сестры, постоянно о них заботится, может быть, такая ситуация. Но здесь точно не холостяк, здесь точно мужчина о ком-то заботится. Здесь точно есть люди, важные для него, и которым здесь он со всей теплотой, там, со всей душой, со всей душой. Может, здесь еще такая ситуация, что мужчина, например, имеет семью, но периодически там ссорится, ругается, и там хлопает дверью, там, и живет где-нибудь на съемной квартире, там, у родителей, у друзей, и возвращается. Такая тут тоже может быть ситуация. Здесь, здесь больше как дополнение, здесь не ключевая причина проблем ваших отношений. Здесь что может быть так, может быть так. Треугольник либо четырехугольник здесь у подавляющего большинства. Если вы являетесь исключением, то здесь так или иначе близкие, дорогие люди, которые для него все-таки преимущественно на первом месте, они есть. Друзья, семья. Как я уже сказала, здесь в общем раскладе, я говорю, здесь сложно конкретно под каждую ситуацию. Многие забывают, что это не личный расклад и вплоть до обид. Но почему вы не пишете, какие именно моего мужчину сдерживают обстоятельства? Ну, я не знаю, какие именно. Готов ли мужчина загаданный к семье с вами? Я скажу здесь так, что здесь мужчина ждет удобного случая для того, чтобы делать шаг в сторону к созданию вашей семьи. Здесь, безусловно, я говорю, здесь у большинства отыграется, что мужчина здесь не свободный. И поэтому какого удобного случая ждет? Ну, например, окончательно уже соберется с силой воли подать документы на развод там, или подать на раздел имущества. Если не в браке, там набраться смелости, собрать свой чемодан и объявить, что я ухожу.
Здесь ждет удобного обстоятельства, удобного момента для того, чтобы эту ситуацию решить полюбовно. Здесь мужчина хочет. Здесь он резких движений, активных каких-то, агрессивных, здесь он делать не будет. То есть это не будет так, что все, дорогая, садись, а то упадешь. Я тебе хочу сказать, что у меня другая, я к ней ухожу. Вот такого вот молниеносного, неожиданного события, сообщения здесь мужчина делать не будет. Здесь мужчина хочет, что... Ну, полюбовно как. Ну, да, мы живем, между нами все плохо, плохо, плохо. Мы ссоримся, ругаемся. И, наконец-то, в один момент уставшие друг другу говорим, ну, все, да, давай мы уже отпустим друг друга. И мирно, полюбовно расходятся. Вот примерно такого здесь сценария мужчина хочет. Освобождение такого легкого для себя, чтобы не быть каким-то не совсем хорошим человеком вот в глазах той своей семьи. Сожительница ли это, либо официальная жена, здесь разницы не имеет. Здесь, если вы точно знаете, что ваш мужчина свободный полностью, и у него даже нету мамы, которая на него может влиять, это точно не ваш расклад. Здесь есть либо мама, она же там сестра старшая, тетя его, крестная, либо жена. Другого не может быть. Что его сдерживает сейчас? Ну, двойка мечей, видите, пока не может принять решение. Да, видите, ждет удобного момента для того, чтобы все получилось так, как он хочет. Ну, хорошо, а с вами-то он готов создавать семью? Да, с вами он готов создавать семью. Но он не хочет быть причиной разрушения. Он не хочет быть причиной чьей-то боли. Он не хочет, чтобы лично ему сказали, это ты изменил, это ты предал, это ты бросил. Здесь мужчина хочет, чтобы здесь был такой договор, взаимный договор, устраивающих обоих, что нам уже дальше не по пути, и нам с тобой надо разойтись. При таких обстоятельствах к мужчине уже не будет претензий, что у него вдруг нарисовалась другая женщина. Если же мужчина говорит, я ухожу, внезапно, а потом еще и появляется информация у его второй половины бывшей, что там еще и другая женщина замешана, вот это для него будет очень плохо. Поэтому здесь, что называется, здесь ждем. Можете ли вы сделать что-то, чтобы ускорить его решение? Любить, поддерживать, встречать его как своего мужа. Максимально здесь тоже заботиться. Говорить, ты же мой хороший, я ж тебя люблю. Ну, возьми ты на работу, вот бутерброды я тебе здесь сделала, там, не знаю, там, в термосе, там, чай, кофе твой любимый сделала. Здесь мужчине даже не столько это будет для ускорения, потому что ускориться все равно не может. Он ждет события, да. Наступят быстро, значит, хорошо. Наступят медленно, ну, значит, ждем. Как-то вы сама со своей стороны, вы не ускорите, да. Поэтому здесь принимаем мужчину так, как будто бы это ваш муж, заботимся о его, любим. Для того, чтобы он укрепился в своем мнении, что он нисколько не пожалеет, нисколько не проиграет, даже если выберет вас. Конечно, здесь какое-то время придется быть третьим лицом, вот, видимо, в тех отношениях. Да, по-другому здесь не будет. Но если вы здесь проявите мудрость, такую вот женскую, ну, здесь даже не мудрость, здесь такая вот хитрость, да, потому что... Если я буду нервничать, если я буду психовать, ну, ничего хорошего не получится, да, скажет, да, истеричка, психичка, давишь на меня, тут манипулируешь мной, мне там нехорошо, там ты еще здесь, все, до свидания, все две женщины, найду себе третью, может быть, здесь вполне такая ситуация. А если вы будете добрая, нежная, любящая, заботливая, как дома, для него, да, в психологии есть такое понятие, как дома, это когда хорошо, тепло. Вот если ему с вами будет как дома, то мужчина лишний раз будет понимать, что да, мне есть куда делать шаг, и этот шаг для меня будет очень даже хороший.
Не проиграю, а только выиграю. Смотрите, сейчас вам нужно будет загадать срок, потому что крайний вопрос данного расклада – будет ли семья загаданным человеком в тот срок, в который вы для себя загадываете. Но, смотрите, рекомендую где-то загадывать срок около года. Может быть, немножечко меньше, потому что все мы люди, жизнь меняется, и если загадывать срок больший, чем тот, который я сейчас рекомендую, то здесь может, конечно, ничего не получиться. Опять же, в силу того, что жизнь есть жизнь, есть форс-мажоры, есть события, которые мы можем не учитывать сейчас здесь. Поэтому год может быть немножечко меньше. Ну и давайте, будет ли семья в тот срок, в который вы загадали. Девочки, а в тот срок, в который вы загадали, нет, здесь не будет. Почему? Разобраться и уйти от своего прошлого в тот срок, в который мы смотрим, здесь ваш мужчина не сможет. Он очень мечтает о новой жизни для себя. Он очень мечтает начать жизненный этап с какой-то новой страницы. Новая жизнь моя. Меняю работу. Меняю место жительства. У меня новые отношения. Я живу с новой женщиной. Но это для него мечты, 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 которые не реализуются для вас в семью в тот срок, который вы загадали. Слишком крепко пока здесь его будут держать обстоятельства, которые связаны с прошлым. Да. Пока нет девочки здесь. О чем здесь солнце, хочу посмотреть. Солнце здесь говорит о том, что мужчина здесь может говорить: подожди, подожди, подожди. Да, вот-вот, да, вот-вот. Там мне нужен, там, не знаю, там сейчас полгода для того, чтобы документы собирать там. А еще там мне нужно там 2-3 месяца, чтобы паспорт там свой поменять, старый потерял, там, либо срок годности, там, срок действия заканчивается. И каждый раз это будет ситуация, когда вы будете понимать, что мужчина старается оградиться от вас, от ваших вопросов, какими-то оправданиями. Но все эти оправдания будут враньем. То есть смелости, силы воли здесь в тот срок мужчина для себя не найдет. И пусть здесь даже и будут обещания для вас, но они сдержаны здесь не будут. Вы будете понимать, что это всего лишь его манипуляция, чтобы вас придержать и чтобы потянуть время. Ну, такая здесь третья позиция. Здесь, девочки, не обижайтесь. Здесь как есть. Надеюсь, вы не обижаетесь за мою откровенность и не особо расстраивайте, потому что многие ситуации со временем так или иначе нам становятся ясны. Просто здесь мы можем немного заранее, немного заблаговременно получить информацию и так или иначе к ней подготовиться. Позже здесь может быть, поэтому я говорю, здесь прям долгие фатальные сроки здесь загадывать не стоит. Здесь все может поменяться, все переиграться. Да, вы перехотите, выйдете завтра на улицу и встретитесь с прекрасным мужчиной, и все, который затмит нынешнего. Такое тоже бывает, и такие чудеса встречаются. Поэтому не отчаиваемся, выше нос. Мы у себя самые лучшие. И нужно заботиться только о себе и ждать только себя. Я надеюсь, вам понравился третий расклад. Если да, поддержите меня, пожалуйста, пальчиком вверх. Жду вашей обратной связи. И не забывайте, что данный расклад я взяла из специальной темы. Ссылку на нее вы найдете под данным видео. Пишите свои вопросы, точнее запросы. И буду делать, когда будет накапливаться такая необходимость, что все, вот этот запрос уже попросила там несколько человек. Все, значит, надо его срочно делать. Делаю расклады для вас. Желаю вам хорошего настроения. Желаю вам предновогоднего настроения. И всего-всего вам самого хорошего. До свидания.